Владыка Вседержителю, святый Царю, наказуй и не умерщвляй, утверждая ниспадающие, возводя низверженные, телесный человека в скорби исправляя, и молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, имя. Немощствующее посети милости Твоею, прости ему всякое согрешение вольно-невольное, ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе не спасли, прикоснись и телеси, угаси огне весу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего, имя. Воздвигни его от одра болезненного и от ложа озлобления цела и всесовершенно, даруй его церкви Твоей, благоугождающая и творящая волю Твою, Твое бо есть, еже миловать и спасать ины Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка Вседержителю, врачу душ и телес наших, смиряй и возносяй, наказуй и паки исцеляй, раба Твоего, имя. Немощствующе посети и исцели его, восставив от одра и немощи, запрети духу немощи, остави от него всякую язву, всякую болезнь, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое во Христе Иисусе Господе нашим, с Ним же благословен еси, и со пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.